Так, ну вот мы добрались. Наша цель, в общем-то, там внизу находится. Но здесь мы тоже попробуем поснимать, хотя вы понимаете, что на солнце. А далее мы пройдем вот к тому пруду. Там всякие птички, вон, видите, тут тоже птичек полно ходят. Там есть лебеди, там это, может быть, пара лебедей в полете удастся снять, рядом с ними потом дрон пристроить. И там вот, где гуща такая лесная, да, там очень много интересных мосточков таких. А дальше уже спортивные мероприятия идут. А вон там вдалеке Зибенгеберги, то есть Семигорье. Ну все, теперь время для фотографирования. Сейчас я подготовлюсь, попробую вот тут снять, хотя это на солнце, но тем не менее попробую. Можно? Ну что ж, эту локацию мы сняли, пошли дальше. Ну а теперь пошли на новую локацию мы. И я, дойдя на нее, понял, что я кое-что посеял. А посеял я, ребята, защиту от винтов. Такая белая штучка. И вот я теперь вернулся. И глазами шарю, где она может быть. Будь здоров. И пока я, честно говоря, не нахожу. Шел обратно, думал, найду где-нибудь поблизости. Нет, нифига. Ну, надо еще отдать должное, что я поперся здесь. То есть вниз. По наклонной с двумя штативами. И вот вам результат. 10 поросят. Так. Кое-что отвалилось, да? Ну, в принципе, это не страшно. Можно и без них, но с этими защитными штуками дрон кажется больше. Ширше такой, массивнее. Ну, не найду, значит, сниму остальные 3, да и сел. У меня вообще-то есть запасной, но угадайте, с 3 раз сделан. Естественно, дома валяется. Так, вы видите чего-нибудь? Я нет. Ну, тогда пошли. Пошли по прямой, что сделать? Нет, значит, нет. Вот. Мы сейчас подойдем к небольшому озерцу. Там очень много всякой живности. Но меня интересует там
фонтанчик, который бьет из одной трубы прямо на берегу. И там я хочу подвести дрон туда. Ну, не то, чтобы сам фонтан, а во всяком случае рядышком. И там сфотографировать. А слева там сидят два веселых гуся. Но это не гуси, это лебеди. А здесь кого только нет. Так, уборочные машины ездят. После воскресенья, наверное, тут народ пооставлял. Запах, я вам скажу, тут еще тот, потому как эти веселые гуси оставляют за себя, за собой тоже кучу веселых продуктов. Здесь надо поаккуратнее садиться, здесь я уже как на вершине не буду. Так, ну, я так понял, что не нашел я этот. Ну вот, то самое местечко. Так. Ну нет, нету, ребята, нету одного этого. Ну ничего, сейчас я их сниму тогда и без них. Ну что ж, довольно-таки интересные кадры получились. Было бы здорово там с лебедями, конечно. Такой коврик с лебедями. Но дело в том, что там, скорее всего, их я вижу лебедята, за это могут и погрозить. Пойдемте вот в ту сторону, там есть мостик и есть такая болотце небольшое. Так, тут я добрался до лебедей с лебедятами, но я надеюсь, что я их не пугаю. Во всяком случае, вдалеке метров 15 здесь, наверное. Вот, и сейчас подожду, пока не привыкну, что тут дрон рядом висит, и мужик с фотоаппаратом, и сфотографирую и их отдельно, и дрона, конечно, между ними. Вот стою тут, как вкопанный, ловлю нужный кадр, когда гусь этот, лебедь, гуся-лебедь, поднимает голову, я его фотографирую. Вот это раз в 3 минуты происходит. Ну, терпение, мой друг, терпение, да? Хочу поблагодарить благородного папу и маму за то, что дали нам такую возможность поснимать.
Ну а сейчас, ребята, надо поспешать. Уже капли первые появились, и дай бог, чтобы мы успели на стоянку раньше, чем пойдет проливной дождь. Так, жаль, конечно, он вот-вот хлынет. Но я это знал, ребят, я это знал, потому что... Я смотрел погоду в Бонне, а там она у нас по часам. И вот именно в это время, 10:55, 11 до часа будет дождь. Потом опять не будет, потом вечером опять будет. Поэтому очень жалко, что мы не смогли снять того, что я задумывал полностью. Ну, вообще, я вам скажу, от того, что здесь можно снять, мы сняли с вами 10-ю часть. Поэтому, скорее всего, раза два мы сюда съездим. Если вам интересно, то дайте знать. То есть уже покатушки не будет, а будет побродилка такая. Да? Вот. Олег, тебе удобно? Пристегнись, пожалуйста. Это для тебя здесь. Если ты не пристегнутый, я не отвечаю как водитель. Я не знаю, почему в России это навязано. Ну, вот эти вот диктаторские дела, что сел ко мне в машину, я должен тобой командовать. Здесь все добровольно. Хочешь – пристегивайся, хочешь – не пристегивайся. Ну, сейчас вот в «Ласточке» сделано хитрое, то есть... Если пассажир не пристегнулся, она начинает пикать противным голосом. Вот, и не перестает причем. Отключить это нельзя. Ну, наверное, есть какие-то хаки. Но зачем? Пусть пассажир сидит и слушает вместе со мной. Так, мы поедем сейчас к этим ржавым мамонтовским костям, не для того, чтобы еще раз над ними посмеяться, уже достаточно посмеялись. Так, вот это здание почтамта, а дальше здание ЮНЕСКО. Болтаю, сижу. Так, хорошо, все. В следующий раз ЮНЕСКО покажу. То есть, видите, что и говорили наши кунстведы, да? Что она с разных сторон по-разному смотрится. Да, сейчас она смотрится абсолютно как ржавый веник. Больше никак. Что они в этом находят, я не знаю. Вот. То есть вот эти три башенки – это не что иное, как вот этот кунстмузей, да? Но я специально сейчас поеду до определенного места. Я хочу, по-моему, Людмила говорила, а что это там за такие красивые эти? Так. Здания в готическом стиле. Но я истории их не знаю. Я знаю только то, что они принадлежат Кёнигс музеям. То есть это... Как бы сказать-то быстро по-русски. Природа, музей природы. Вот так. Скажем по-русски, музей природы. Здесь стоит голова профессора Доуэля. Сейчас тоже увидите я. Ну, не могу, сзади полиция едет, не могу я помедленнее ехать, к сожалению. Ну, может быть, разглядите. То есть вообще это Аденауру памятник, да, вот он стоит, вот видите, голова, я называю голова профессора Доуэля, очень страшная голова, а сзади у нее вместо затылка какие-то здания, по-моему, Кёльн, там еще что-то такое, в общем, ужасная штука, вот, а впереди вот этот и есть Кёнигсмузей, им как-то нужен был мультимедиа Фахман. Он же и художник, и туда-сюда. Я сюда как бы писал заявку, но не пролезла. Не пролезла. Не знаю почему. То есть вот эти
домишки такие, у них такие каменная резьба замечательная. Вот, я надеюсь, что это видно, да? То есть действительно они очень красивые. Когда-нибудь, может быть, я приеду сюда и их сфотографирую. Вот как вы сумели убедиться, на стекле уже появляются первые капли. Народ взял зонтики. Ну, то есть информация — это все. Когда ты знаешь, тебя как бы трудно застать врасплох. Так, постой-ка, брат, Мусин. Так, тут мы приближаемся к зданию университета. Будем проезжать сквозь университет, насквозь. Это слева это было общежитие университетское. Ну, вот здесь несколько факультетов, тут справа. И сидит такой бомж в бороде весь, как Карл Маркс, блин. Ай, смешной, блин. Вообще здесь бомжи безобидные. Он тебя попросит деньги, ты говоришь, нет. Он говорит, ну, спасибо, хорошего дня. Но все равно, ребята, я предпочитаю давать только тогда, когда я чувствую в этом потребность. Это редко, да, но оно бывает. Я в таком настроении бываю, что я хочу кому-то помочь. И в этот момент я отдаю, какая мелочь у меня там завалялась. Больших денег я не даю, потому что это все равно пропьется все. Вот. Но факт то, что вот университет, арка проезжает. Факт то, что я делаю это действительно от чистого сердца, потому что все остальное это наносное. Дать деньги, чтобы мне когда-то там засчиталось или почувствовать себя от этого очень хорошим человеком. Нет, когда я не хочу, я не даю. У меня был интересный случай. В переходе в метро, не в метро, а в, там, ну, в общем, в переходе в одном подземном стоит парень такой, ну, лет 27, наверное, вот такой, 28. Так, теперь нас вообще заворачивают сюда налево, давай поедем. Раньше сюда было нельзя, теперь сделали вот такой поворотик. Ну, нам на руку. Короче, будет. Так. И он продает как бы газетки какие-то ихние, бомжевские газетки там, ну, что-то такое, в общем, полулегальное или полу даже их заставляет это разносить. Ну, а я газетки-то не покупаю. Вот. Но чем-то он мне приглянулся. Я говорю, слушай, а я был в своих этих крестах и орлах. Вы знаете, мои майки, мои куртки. Меня часто принимают за нациста. Но они вообще историю свою не знают, да? То есть они знают 12 лет гитлеровского управления и все. А что до этого было, они не знают ничего. И после этого ничего не знают, что произошло с этой страной. Они такие люди, скажем так. Вот. Ну и я ему говорю, слушай, а ты от нациста, от старого, возьмешь деньги? Он оглянулся по сторонам и говорит, Хайль, брудер. Слава тебе, брат, на манер нацистского приветствия. Мы оба посмеялись, я ему дал евро. Вот, и с тех пор, как это, я его встречаю, мы втихушку друг друга говорим, хай, брудер. Ну, такой Степ, короче говоря, стебемся.
Ну, такие бывают веселые моменты. Они, я говорю, в мысли свои безобидные, совершенно безобидные существа. Наркотически зависимые, алкогольно зависимые или просто крыша поехала. Ну, свой вид свободы. Но беда в том, что мы же не живем в Африке. Банан съел и можешь дальше жить. Тут надо жилье, тут надо теплую одежду, тут надо от зимы куда-то укрываться. В этом плане, конечно, тяжело. Но летом хорошо. Летом у них отпуск. Замечательный такой отпуск у них. Так, вот здесь все время затык такой сильный. Встретились два одиночества, да? Что ты мне бибикаешь? Я не могу дальше ехать. Я и так на переходе стою. А, они там между собой не разберутся никак. Сейчас нам грузовик пробьет дорогу. За ним, как за каменной стеной, пройдем. Правильно. Так, дальше пробирай. Ты большой, тебе видней. Так, окей. А ты оттуда вылез. Вдруг откуда не разишь. Ну вот мы совсем уже близко к дому. А так, Олег, тебя до дома подбросить или пойдем ко мне попьем? Я надеюсь, тебе поездка понравилась. Ну и также надеюсь, что всем остальным. Я думаю, что да, действительно, мы сюда еще пару раз, наверное, приедем. Близко, хорошо, много очень интересных, удобных мест, откуда можно поснимать. Я думаю, что мы повторим. Покуда мне эта тема оскомину не набьет, до тех пор мы будем это делать. Но пока еще ничего. Пока еще ничего, я постоянно ищу новые сюжеты. Вот я вам сказал, что теперь я вот куплю себе самый шлем. И поедем по стройкам. Я думаю, что это будет тоже интересно и познавательно. Ну, а на этом, дорогие друзья, поездка наша закончена. Я сейчас приду домой, по традиции мы с вами посмотрим, что я там нафотографировал, да? Ну и начну обрабатывать, хотя в этот раз немного будет. 3-4 фотографии я выжму, потому что локаций было мало. 3, а там еще можно 33 локации найти. Поэтому до встречи дома. Ну что ж, давайте посмотрим сейчас, что получилось. Ну, как я вижу, вот этот вид совсем неплохой. Это вот отличная картинка, между прочим. Даже горы немножко видно. То есть поработать с RAW
форматом в конвертере будет отличная штука. Очень хороший ракурс, очень хорошая такая резкость. Тоже. Ну, тут я просто на светлое небо решил подлечь под него и поснимать. Потому что мало таких фотографий, где можно будет использовать возможность это вырезать легко и куда-то вшопливать. Так, трактор сняли. Угу. Здесь локацию изменили, тоже неплохо, но лучше было бы поднять. Вот так, да, вот так это интереснее. Конечно, небо бесфактурное, это понятно. Такая погода, ничего не сделаешь. Но, тем не менее, что-то в этом есть. И из этого уже может что-то получиться. При старании, конечно. Вот так, маленький. Здесь интересно получилось. Ух, как волна, как будто он тут прям на волне. Прет. Отлично, отлично, отлично. Резкость хорошая. Тут вообще отличные кадры. Вот этот. Посмотрите, какая прелесть. Вот так. Ну, это спорный. Это чисто над водой может быть. Но вот тут как какой-либо гусь взлетел прям. Угу. Тут за ним шлейфы идут. С водой поработать немножко, ее поглубить. И будет отличное, отличное фото. Так, далее. Я фотографировал так, что я фотографировал резко. И потом уводил резкость на гусей, лебедей. Да? И это мне поможет сделать отличные кадры. Резкие по всему, по всей линии. Так я продолжал. Делать так, здесь вот. Долго приходилось ждать, пока лебедь вот так поднимет изогнутую шею, красиво сделает. Кое-где это получалось, кое-где нет. Ну, в массе своей, скажем так. Так как я сделал много кадров, то я думаю, что я найду подходящий, красивый кадр. Здесь все было посвящено гусям, а дрон имел как бы второстепенное значение. Но я думаю, что я смогу найти подходящие, красивые кадры, где они у меня, на крайний случай, сведу вместе. Ну, вот и все, пока. Дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. До следующих покатушек-побродилок. Пока.